Большинство людей не получают достаточное количество физической работы, и поэтому у них плохое здоровье. Здоровье — это свойство жизни. Если вы позволите жизни функционировать на полную, она будет здоров. Поддерживать здоровье можно только задействуя это тело. Чем больше вы его используете, тем лучше оно становится. Некоторые люди работают слишком много, и поэтому у них плохое здоровье. В наши дни большинство людей не получают достаточное количество физической работы. Если бы вы жили на этой планете 200 лет назад, вы бы выполняли по крайней мере в 20 раз больше физической активности, чем вы делаете сейчас. Вы бы пришли сюда пешком, все бы делали своими руками, вы бы делали как минимум в 20 раз больше, чем сейчас. Если бы вы выполняли так много физической активности, я бы сказал вам, сделайте перерыв, отдохните немного. Сейчас же тело практически не используется. Поддерживать здоровье можно только задействуя это тело. Когда мы говорим «здоровье», мы говорим о физическом здоровье. Нужно использовать это тело. Чем больше вы его используете, тем лучше оно становится. Одна из простых составляющих здоровья заключается в том, чтобы просто использовать тело. Если вы используете тело в должной мере, тогда у него есть все необходимое, чтобы создать для себя здоровье. Если бы мы физически использовали наше тело настолько, насколько это необходимо, тогда 80% заболеваний на этой планете просто бы исчезло. 80%. Останется 20%, из которых половина — это следствие неправильного питания. Если изменить пищевые привычки, то и эти 10% тоже исчезнут, то есть останется только 10% заболеваний. У этих заболеваний есть множество причин. Одни — кармические, другие — атмосферные. Есть и другие аспекты, происходящие в системе, над которыми можно работать. Если 90% всех больных людей станут здоровыми, просто начав использовать свое тело и правильно питаться, тогда с 10% мы сможем легко справиться. Но в наши дни существует так много больных людей, потому что мы либо плохо питаемся, либо питаемся очень хорошо и не используем свое тело в должной степени. Помимо этого, в жизни есть и другие аспекты. Если упростить, по мере того, как вы тренируете свое тело, если вы будете делать вот так 1000 раз в день, просто будете делать так 1000 раз каждый день, то через месяц вы увидите, насколько хорошо начнет работать ваша рука. Только это. Просто сидя на месте, делайте так 1000 раз в день. Через 30 дней вы обнаружите, что ваша рука будет функционировать просто замечательно. Если вы проделаете то же самое со своими мозгами, через месяц они тоже начнут прекрасно работать. Если вы сделаете то же самое с сердцем, оно тоже начнет работать хорошо. Если вы будете делать то же самое со своими жизненными энергиями, они тоже будут работать прекрасно. Когда все это вместе работает как следует, это и есть здоровье. Поэтому вам просто нужно использовать свое тело, ум и энергии. Если эти три вещи будут получать достаточно нагрузки и пребывать в балансе, тогда вы будете здоровы. Неожиданный взрыв активности может свалить вас с ног. Но если вы органично встроите активность в свою жизнь, физическую, ментальную и энергетическую активность, если вы привнесете активность во все эти аспекты, вы станете здоровыми. Ваше тело работает отлично, ум работает отлично, и ваша энергия поддерживает тело и ум, чтобы все шло как надо. Это и есть здоровье. Жизнь течет полным потоком. Вот что такое здоровье. Здоровье — это не какая-то концепция, это не медицинский термин. Мы становимся все более зависимыми от медицинского сообщества и медицинских знаний, потому что мы ведем очень нездоровый образ жизни. Такого еще никогда не было в мире, чтобы медицина приобретала такое же значение, как сегодня. Просто потому, что мы ведем все более и более сидячий образ жизни. Поэтому мы становимся все более и более больными. То, что делал 60-летний 100 лет назад,
в наши дни не под силу 20-летнему. Это значит, что мы просто ослабляем человечество. Через какое-то время мы просто станем дегенеративным человечеством. Нужно использовать тело. Вам не нужно изобретать здоровье. Здоровье — это не ваша идея. Здоровье — это жизнь, которая происходит как следует. Если жизненные процессы протекают должным образом, тогда это здоровье. Здоровье — это свойство жизни. Если вы позволите жизни функционировать на полную, она будет здорова.